Андрей, пожалуйста, давай с матча начнем. Мне кажется, у Зенита получилось два разных тайма. Почему? Тяжело сказать так. Как бы начали, так вроде пару моментов в начале было, вот, потом пропустили мяч. И, ну, все равно новая тактика у нас была. Защитника сегодня играли, вот, где-то так привыкали в первом тайме. Вот, а в втором тайме понимали, что уже терять нечего, мы пойти в атаку. Краснодар удивил? Нет, в первую очередь, наверное. Когда вы пришли после перерыва, пришли в раздевалку, что говорил Сергей Богданович? Ну, это раздевалка, я думаю, неправильно рассказать, что там было. Ну, просто я понял, что нужно всем собраться и вытаскивать эту игру, потому что это одна из решающих матчей. Вы увеличили отрыв. Зенит чемпион? Да нет, куда? 4 очка, а еще 5-6 матчей. Много было разговоров по поводу вашей карьеры. Вот могли бы сейчас просто взять и ответить, мечтаете вы о Европе, хотите ли этим летом покинуть «Зенит» или нет? О, ну, мечтаю, да. Не знаю, летом это все предложение, если дай бог кто-то поступит, тогда будет какое-то обсуждение. Так я всегда говорил, наверное, и буду говорить, что есть мечта, я хочу себя попробовать. Вот. Там уже так Бог даст. Пример Головина сильно мотивирует? Да, я скажу, да, и Кузяева, и Захаряна, всех кем-то.